Друзья, советую подписаться на канал Владимира Грина. Это тот парень, который сделал 2018 бёрпи за 24 часа. Делится полезными рецептами, всегда на позитиве, мотивирует и показывает свой жизненный путь. Подпишись, ссылка в описании. Здрасте, такси можно, пожалуйста? Всем привет, друзья! Я, как всегда, везучий, еду в Москву, пошел дождь, я заболел, погода говно. Короче, не знаю, что будет. Давайте попробуем сделать из этого шоу. Поехали! В Москве я планирую записать видос с Владысом, с Игорем Войтенко, сходить на экспо, также сделать сходку с подписчиками, и все это будет очень насыщенно и красиво. Надеюсь, все из этих планов выгорят, потому что Игорь Войтенко приедет в Москву только в воскресенье, он где-то там отдыхает, наверное, а я буду с четверга по понедельник, а воскресенье-понедельник там экспо. И не знаю, как у нас получится снять с ним видос, но что-нибудь постараемся придумать. Блин, как всегда все через жопу, теперь интернет не ловит. Человек, который должен меня встретить в Авангороде, я не знаю, как ему написать тупо ВКонтакте. Тупо нет сети, блин. Короче, пришлось у парня телефон взять и через другой аккаунт написать Мише. Сейчас он должен подъехать. Фух, это было стрёмно. Интернет прям вырубился вот на мосту. Я такой, блин, в панике сразу. Кого искать, где? Жестко было. Зашел налички снять, а то денег вообще нету наличных. Пригодится, я думаю. Короче, пацаны говорят, что в Москве огромный вокзал. В Авангороде смотрите какой. Вот это все, в принципе. Вот это вокзал, одна комната. Попробуем не заблудиться, короче, в Москве. Едем в Москву. А еще тут ты похож на сноубордиста, когда пытаешься отлить, потому что тебя качают, ты такой Ладно, пошли спать, ребят. Завтра будем в Москве. Короче, ребят, Денис меня встретил. Человек, который стоит на руках лучше, чем на ногах вообще. И на одной руке лучше, чем я на двух ногах. Вот, поэтому сейчас мы идем закупать симку московскую, чтобы звонить можно было. Потом что, покушаем, отвезем шмотки, у меня много тут вещей. И потом куда? Потом к Владу, да? Потом к Владу. Потом к Владику, будем его размачивать. Полетели. Короче, ребят, купили мы карточку и также похавали. Сейчас вот занесем вот эти шмотки в квартиру и поедем уже к Владу. К Владу я ему позвонил, он нас ждет в 12 часов. Все, идем к Владу. Будем тренить чего-то. Говорят, там нельзя пройти. Пойдем тут, короче. Там? Ну, пойдем попробуем. Какая-то указывает нам тут. Ой, слушай, это работница, походу. Нас не обманули. Не обманули, ну ладно. Довольно большой стоит. Здорово, братишка. Здорово, мужик. Как дела, бро? Огонь, огонь. Здорово, Артур. Привет. Ты прям это... Да. Пациентов. Куда дальше-то идти нам? Ну смотри, давай сейчас пока тут сядем. Давай, посидим. Как бы это, пообщаемся. Влад экскурсию тут проводит. Да, влогинку снимаю. Но тут интересно, смотри, типа гимнастический зал, да? Зоночка разминочки. Тут можно что угодно делать. Разминать пальчики. Прикольно. Ну только вот это вот есть. Вот на этом можно. Накрутящийся. А что вы нет? А просто турника нету, да? А, вон есть. Ну, они есть такие, но так не делают. Да, там выхода не поделаешь, а ребят. Не хотя можно немножко вниз, как бы. Не, можно, но там как
Но тут, видишь, разгона нет, под маской. Если Влад не умеет, то он как бы не сделает обычный силовой. Ему нужно с этим, с техникой. Я о чем и говорю. Поэтому, да, там с раскачкой. Давай прямую. Смогешь? Ноги прямо сделай. Смотри, молодец. Его плечи сразу. Ёбу. Проседает, брат. Нормально. Саживает. Эктоморфы, ребят, кстати, гибкие. Если заниматься, то нормально будет. Кто это говорил? Вроде... Денис, ты говорил, что эктоморфы гибкие? Да. Да, ты говорил. Короче, скорее всего, это так. А ты можешь, кстати, ногу за голову закинуть? Попробуй. Так вот, знаешь, сразу не просто порезать. Я могу попробовать. Так же тебя и вынесем. Ух, все, он там. Нормально. Привет, ребята, это Влад. Друзья, сегодня к нам в гости приехал Артур. Привет, ребятки. Я не знаю, тебе надо представлять или не надо? Ты уже достаточно сильно нашумел в интернете со своими отжиманиями. Подтягивания. Сколько ты сейчас уже? Ты уже до 40, до 40 раз. Подтягивания почти 40. Ну, 35 где-то. Блин, офигеть. Ребята, я только иду к этой штуке, а он уже пришел. Это классно. Закончили съемочку. Сейчас еще поснимаем что-нибудь. Возьмем у Влада интервью. Да, Владик? Конечно, да. Хочешь водички? Давай, попьем, кстати. Идеальная штука. Где еще стаканчик своровать? Пойду на носком. Нифига себе, он там раскорячился. Я, кстати, на руку ставлю девчонку, минус 2. Которая скалолазами занимается тоже. Вот еще одна, видишь? Вот это. И вот сюда пошел. Да. Вот. Все, вообще красавец. Все. Road to the top. Наверх. Up. Все, что ли? Двумя руками за нее, все, прыгай. Страшно, да, давай. Да тут полметра. О, захватили камеру. Так. Ребят, настолько неудобные ботинки, что это просто жесть. А что, у вас есть скалодром в городе? Нет. Нету? Вообще нет. У нас есть в Таллине, вот. Ага. Ну, это где-то 3 часа езды от моего города. Гимнастический зал. Офигенный. Может, ты видел видос, где я снимал? Там и сальтухи делать можно. Один из последних. Очень... Да. Угу. С пацаном там снимали, с гимнастом. Угу. Очень круто. Какое у вас развлечение вообще в городе есть? Ну, у нас город, знаешь, такой очень спокойный. Да? Особо ничего нету. Ну, клубы всякие есть, но как бы по клубам не хожу. Ага. Вот. А ты ж погоди, ты же реально препод по английскому языку, да? Мощно. А сколько... Действующий. А сколько у тебя уроков в неделю? Ну, я очень мало беру. 3 урока всего лишь в неделю. Угу. Ну, чтобы с Ютубом заниматься. А как тебе относятся твои? Ну, сначала они все там удивлялись, когда я пришел первый раз в школу, типа. Нифига себе. Типа, что ты тут делаешь? Ну, город-то маленький, все знаете. Вот. На некоторые классы даже, ну, они просто не осознавали, что это я. Типа, я говорю, вы меня знаете? Они такие, нет. А знаете Арчо Морриса? Они такие, да. А меня знаете? Это ты? Я такой, да. Нифига себе. Короче, ну что, давай. Ну что, ребят, пробуем по синеньким, да, как я понимаю. Вот по вот этим. А где следующим? Вот тут вот. Вот тут вот. Вот тут вот. Тут нужно... Так, стоп, откуда начинать? Да, вот. Вот с этой? Да. Ногу отсюда? Нет, двумя руками за нее держишься, ноги внизу. О, красота! О, вообще, лайк и босс, короче. Вы видели, да? Я не струхнул, красава. Бесь, давай здесь ты попробуй. Для этих, да. А чё, как он сделал? Ну, он пролез. Прыгает, да, вообще туда. Да, прыгнул, да? Попробуй. Не, он пытался прыгать, вот вообще просто прыгать. Попробуй, прыгать, не надо. Вот отсюда по синеньким, вот оттуда. Сейчас. Не, он, у него какая-то... Но этого слишком. Тебе надо было... Я цеплялся. Надо было сюда.
Ребят, сейчас замутим жесткую заруху с Владом в армрестлинге. Мы оба дрыщим. Посмотрите на его тоненькую. Посмотрите на мою руку и на его тоненькую руку. Посмотрим, кто выиграет. Блин, я ж выставил фотку в Инстаграм. Ладно, короче, давайте... У тебя там стори есть, где ты проигрываешь. Да, да, да. Сейчас я попробую его дрюкнуть. Давай. Это матч-реванш. Постарайся без вот этих силой тупо. А ты тоже кистью должен как бы. Дай. Тупо силой тупо. Да, вот сначала руки расслабьте, и да, вот ровно руки расслаблены. Влад, улыбайся. Все, давай, готовы? Готовы. Раз, два, три. Вот эти, короче, маневры, это жопа. Не дёрг. Не, а что ты? А я не знаю, мне так вот больно вот в этом месте. В месте больно почему-то. Ты ногу поставь, Влад, ногу упри правую. В голову Артура вот так. Ладно, короче, ребят, я крутить не буду сейчас. Сейчас попробуем вот чисто... Нормально стоит все? Да. Ровно руки напротив друг друга и расслабьте. Раз, два, три. Играет напряженная музыка. Тяни плечом. Весом тяни. Влад, весом тяни. Дави. Давай. Красавчик. Ушатал. Поняли, да? Подождите. Короче, битки в этом спорте не решают, ребят. Красавчик вообще. Иван – это мой партнер. Денис – это вот они. Это типа... Вот они. Да. Так. Реванш, ответочка. Ну что, считайте, кто там? Раз, два, три. Слушай. Дис и бык вообще. Он рукой тебя просто... Ванька сейчас телом начал первый. Давай. Ну там лежит уже рука. Блин, офигеть. Ну это жестко очень прям. Нет, ты начал телом изначально, а ты просто рука там стоит. Да. Денис Бык. Блин, у тебя локоть не болит? Болит очень. Что-то противно. У меня локоть, а вот тут болит. Короче, какой-то травмоопасный этот спорт. Неинтересно. Лучше качать вот будем проращивать нут. Короче, ребят, чтобы в этом спорте быть, надо быть цыпленковым. Иметь огромные руки и банки вот по 60 сантиметров, тогда нормально. А с нашими косточками вот такими, блин, сломать раз-два просто. Пилищаем ты. Короче, ребят, приехали мы в центр. Сейчас пойдем кушать что-нибудь, пить после тренировочки. И я надеюсь, вам нравится эта влогинка, потому что влогинка это еще хуже звучит. Ё-моё. Короче, вот, сейчас поедим что-нибудь вкусненькое. Вы с нами тоже, поэтому готовьте там. И вот сейчас уже через секундочку будет, ну, вкусняшка какая-нибудь. Короче, сидим, едим полезную еду, потому что мы за ЗОЖ. А Влад вот одним соком живет весь день. Он за кадром пиццу съел кусок. Да нет, он, короче, один раз в день сок пьет, и все, ему этого хватает, да, вот. Еще манго съедаем. Иногда мы авокадо, да. Если вы этого не знали, то теперь знаете. Авокадо сильнее. И он еще умудряется как-то массу набирать на этом. Я вообще не понимаю. Кто знает, как он набирает, напишите в комментариях. Может, он лопает там дома, да, не знаю, пельмешки. Гейнеры пьет, пельмешки, знаешь, постоянно. Да, да. И стероиды еще. Да. Сегодня узнал, что это. Стероиды никто не отменял. Можно сок пить и стероиды колоть, и будешь расти. Да. Ты их не ешь, их ты колешь. В этом секрет. Поэтому напишите в комментариях, как можно на одном соке, на одном манго расти. А, все, ребят, с Владом прощаемся. Концовочка этого влога. Давай, братик. Приятно, еще будем сегодня. Конечно. Приеду не раз еще. Вот. Так что, ребят, этот влог заканчивается. Пока.